Всем привет! Если вы еще не знаете, чем заняться на выходных, не переключайтесь. Я, Наталья Медведева, расскажу вам, как не скучно и с пользой провести ближайший уикенд. Итак, поехали! Приближается волшебное время новогодних каникул. А чтобы они были еще ближе, приобщиться к духу Нового года и Рождества можно уже в эти выходные. Какие мелодии и композиции ассоциируются у вас с главным зимним праздником? 5 минут или, может, 3 белых коня? Если хотите услышать всеми любимые новогодние песни, приходите в субботу в Щелковский театр. В 4 часа здесь начнется праздничный концерт духового оркестра и ансамбля русской песни «Распевы». Новогодний серпантин из мелодий, знакомых с детства. А хотите узнать, где обитают самые лучшие вечно зеленые зимние красавицы? Если да, обязательно приходите в воскресенье 23 декабря в сквер у Пушкинского фонтана. В 2 часа дня здесь начнется фестиваль новогодних елок. Участвуют все городские и сельские поселения. Не пропустите хоровод колючих красавиц. А следующая новость особенно порадует наших юных зрителей. Все выходные на площади Ленина вас ждут новогодние интерактивные представления по мотивам любимых сказок. Начало в 12 часов. Где еще можно провести время в выходные и обязательно почувствовать новогоднее настроение? 22 декабря приглашаем молодежь в юношескую районную библиотеку на улице Талсинской. В 12 часов здесь начнется развлекательная программа «Новый год к нам мчится». Гостей ждут викторины, игры, конкурсы и музыкальные номера. А чуть позже можно отправиться в молодежный центр «Навигатор». В 16 часов здесь начнется новогодний вечер для молодых семей «Детская елка». В спорте тоже многие соревнования посвящают Новому году. Например, в субботу у ВСК Подмосковья пройдет новогодний кубок Московской области по легкой атлетике. Спортсмены будут выступать с 13:30 до 19 часов. А в воскресенье новогодний турнир проведут юношеские команды по мини-футболу. Возраст участников 8, 9 и 10 лет. Игры пройдут с 2 до 5 часов вечера. Также все выходные в универсальном спорткомплексе Подмосковья будут проходить 25-е традиционные новогодние соревнования по русским шашкам. Понаблюдать за борьбой умов можно будет с 14 до 18 часов. Все еще нет новогоднего настроения? Тогда бросаем в бой тяжелую артиллерию. Успейте сходить в кино на «Гринча». Теперь очаровательный злодей перекочевал в анимационный формат. Ну и в мультфильме коварный Гринч пытается испортить всем Новый год. Кому как, а нам уж он точно ничего не испортит. Скорее наоборот. Ну что, идем в кино? Ну что ж, я надеюсь, вам есть из чего выбрать, и эти выходные запомнятся вам надолго. За нашими анонсами также можно следить в социальных сетях. А мы с вами увидимся через неделю. Отличных вам выходных!